Упражнение 1. Встаньте на четвереньки. Спина ровная, от копчика до макушки. Ладони расположены четко под плечевыми суставами. Колени под тазобедренными. Живот подтянут. В этом положении сводим лопатки к центру. Руки при этом все время остаются вытянутыми. Выполняем данное упражнение 10-15 раз. Упражнение 2. Исходное положение стоя на четвереньках. На вдохе макушку и копчик направляем вверх. Прогибаемся. Стараемся прогиб сделать больше в грудном отделе. На выдохе округляем спину. Копчик и макушку направляем в пол. Живот вытягиваем. Подбородок поджимаем к груди. Взгляд направляем на пупок. Выполняем данное упражнение 10-15 раз. Упражнение 3. Исходное положение стоя на четвереньках. На вдохе прогнитесь. Согните правую ногу в колени и отведите назад. Колено тяните вверх, стопу как можно ближе к ягодице. Зажмите мышцы тазового дна. На выдохе округлите спину. Колено притягиваем ко лбу. Не касаемся пола. Выполняем упражнение на каждую ногу по 10 раз. Упражнение 4. Исходное положение стоя на четвереньках. Правую руку положите на крестец, пальцами по направлению к ягодицам. Плечи параллельно полу. На вдохе скручиваемся в сторону правого плеча. Взгляд поднимаем вверх. Лопатка приближается к ягодице. На выдохе опускаем плечо в исходное положение. Выполняем данное упражнение по 10 раз с каждой стороны. We'll be right back.
Упражнение 5. Сядьте в полушпагат. Левая нога вытянута назад, правая согнута. Теперь поместите правую пятку в сторону левого бедра. В идеале левая подвздошная кость должна упираться в правую пятку. Опустите предплечье на пол, спина ровная. На вдохе вытягиваем левую руку вверх и скручиваемся влево. Удерживаем это положение 10 секунд. Затем меняем ногу и выполняем упражнение на другую руку. Упражнение 6. Лягте на живот с упором на предплечье. Нижние ребра касаются пола. Локти расположены на ширине плеч. Предплечья строго параллельны друг другу. На выдохе поворачиваем шею и взгляд вправо. Линия ушей сохраняется параллельно полу. Вдох, повернуть голову ровно. На выдохе поворачиваем голову влево. Продолжаем данное упражнение по 10-15 раз на каждую сторону. Упражнение 7. Исходное положение лежа на животе. Оторвите грудь от пола, уложите предплечье перед собой на пол на ширину плеч. На вдохе поднимите правую ногу вверх, на выдохе уводим ногу с креста влево. И пробуем стопой коснуться пола. Взгляд направляем через левое плечо назад. Стараемся увидеть правую стопу. Затем повторите то же с левой ногой, уводя ее вправо. Сделайте по 10-15 повторов на каждую ногу. Движение выполняем спокойно и мягко, без рывков и махов. Упражнение 8. Лягте на живот, напрягите ягодицы, вытяните над полом правую руку и левую ногу. С выдохом опустите вниз, головой пола не касаемся. Повторите упражнение 10-15 раз на каждую сторону.
Упражнение 9. Исходное положение лежа на спине. Руки положите на бедра. Мягко поднимите голову и направьте плечи вперед. Поясницу жмем в пол. Удерживаем напряжение несколько секунд. Повторяем упражнение 8-10 раз. Упражнение 10. Исходное положение лежа на спине. Сцепите кисти в замок и положите под затылок. Растяните локти по сторонам. Колени согните, поставьте стопы на пол на ширину плеч. Поочередно наклоняем колени вправо-влево, не отрывая лопаток от пола. Повторяем упражнение 10-15 раз. И заканчиваем наш комплекс лежа на спине. Руки вытянуты за голову вверх, ноги тянутся назад пятками. Замрите в этом положении на несколько секунд.